Всем привет, с вами Миха, и это полное прохождение игры, где нам нужно убегать от Квинки, Слоумо, Ванана, сидите. Как же я понимаю, что сегодня я буду убегать от своего Закринза. Ну ладно, за это время я много чего понял в этой игре. То, что когда мы переходим в эту игру, меняется уровень сложности. Вот, например, я на нормале. А тогда я был на харде. И еще я понял то, что они всегда смахивают на то, что нужно задонатить рубли создателю игры. О, прикольная музычка. Я, кстати, могу такую вставить. Ну-ка, послушайте мою похожую музычку. Ну, в общем, думаю, вы поняли. Ну что ж, начнем и сразу предупреждаю, если я буду часто погибать на тупых, как бы, препятствий, знаете, это из-за моего страха. Так, а давайте сейчас попробуем хакнуть систему песни из Дорс. А что, если мы будем к ней убегать, а не убегать? У меня вопрос. Как я телепортировался на 100 миллионов метров вперед? Вот я около вот этой фиолетовой формы, а вы знаете, где она? Вот здесь вот был я. Но мы с Квинкой телепортировались вот туда, далеко-далеко. Ладно. Соберись, Миха. Я боюсь, что мне прилетит авторские права за эту. Я боюсь. Ну давай. Попробуем. Я летаю. Опа! Опять мы телепортировались. Да что ж такое? Уважаемые полицейские, а вы бы хотели бы мне помочь, пожалуйста? Я тут от Кринза пытаюсь убегать от королевы Кринза, королевы ананасов, как еще там назвать. Ну, в общем, помогите мне, пожалуйста. Ладно, мы и запомнили то, что он нам не поможет. А где? Мы опять телепортировались. И почему, когда она меня взяла, я сначала был не к ней повернут. Чувствую, видео затянется на 10 минут. Ну ладно. Опять меня нет. Да что ж такое? Ребят, я хотел к ней прыгнуть, но я как-то прыгнул. У меня нет слов, что сказать. Да почему меня опять нет? Вы показываете признаков? А если я робок Квинки? Вы видели? Я был внутри нее на секундочку. Я не знаю, были бы у меня какие-нибудь друзья, мы бы 100% бы 100 миллионов раз тут умерли бы. Ну что, тут много ставлю. Давай. Опять нет. Да, это же традиция. О! У меня вопрос. А почему я сел, когда отлетел? Ладно, мы задавались вопросом, почем заставалась эта игра. Я, извините, не удивляюсь. Это неправда. Роблокс Квин, ты куда бежишь? Это, я понимаю, чуваки, которые задонатили в эту игру. Кто-то реально готов был потерять 1500 на эту игру. Стоп, 100. А я смогу до старта здесь вот допрыгнуть?
О, смог. Значит, у меня все есть какие-то навыки паркура. Я призрак. Я призрак из Дорш. Мы теперь знаем, почему я убегаю от Roblox Queen. Что это было? Чувствую, это меня игра скоро сбесится, и нам придется смотреть ее прохождение на Ютубе. Итак, давай. Опа, 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 опа. Плохие у меня навыки, чё-то. Интересно, а мне не дадут авторских прав за эту песню? Хотя, скорее всего, вообще больше не удивляюсь. У меня миллион вопросов к этой игре. Мы опять телепортировались, и она мне дала прямо в яйца. Все, эта игра меня взбесила. Я отправляюсь на YouTube. Вау, а я не единственный, кто захотел это сделать. Тут много я вижу ребят. Вот видос, где человек решил пройти эту игру. 12 дней назад, 4000 просмотров. Давайте посмотрим. Я пробовала еще читерить в этой игре. Ну, то есть, как бы, знаете, в бок куда-то. Но нет, меня она посылала куда? В ананас. Не, не на луну, а в ананас. Да. Окей, после превью я чуть ли не оглох. И вы на канале Мелкий Плей. И сегодня мы будем играть в популярную игру. Убеги от Roblox Квинки. Да, это совсем недавно. Игра стала и... А видео очень долгое. Мне придется пол видео вырезать. Я промотала 75% видео. Вы знаете почему? Потому что... Большую часть она всегда умирала в самом начале. Ну или на том этапе, где я застрял. В общем, неважно, дальше смотрим. Как у меня в ТикТоке. Кстати, ребят, подпишитесь, пожалуйста. У меня нет ТикТока. Я буду очень сильно рада вам вас видеть там. Подождите. Мне нужно отдохнуть от кринза. Продолжаем. Вообще просто круто. И за мной гнается Roblox Queen. И я ее вообще вижу. Она уже мне по пятке. Что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Помоги. А почему Roblox Queen ходит по воздуху, а мы не можем? А, точно, это с Roblox Queen. Вон она с тебе. Так. Стоп, она что, не прошла эту игру? А зачем тогда я делал реакцию, которую никто не видел никогда в жизни? Ладно, я могу сейчас задохнуться, потому что я буду делать реакцию и на Source видос. Ну давайте хотя бы одну секунду попробуем продержаться. Roblox убегает, Roblox Queen. Она уже появилась на спавне. Лучше я умру. Серьезно, тут даже сдохнуть самому нельзя. Да как вообще после этого жить? Всем пока!